Сейчас мы, значит, будем готовить, значит, рис в микровельке, или в микровеле, как говорится, или в микроволновой печке. Значит, соотношение берем, значит, вот такую одна кружечка риса, и, значит, нам надо добавить две кружки воды. Вот мы уже заранее скипятили. Ну, конечно, сейчас умудряемся все делать хитрее, конечно. Значит, берем и таких вот два бокальчика сюда наливаем. Раз. И второй. Все вот такую. Значит, опс. Микровилку мы поставим на 5 минут. Там мы разлили, как вы видите. Все в воде. Вот это закроем. И поставим в микровилку. Оп. Вот так она у нас стоит. Видите? Видите? Все, и ставим на 5 минут. И будем теперь подождем 5 минут. Ну, возможно, потом еще нам надо будет еще раз включать на 3 минуты. Просто мы ставим на 5, чтобы вода через верх не выкипела, то есть чтобы весь рис не поднялся, через верх не пошел. Окей, будем ждать, когда у нас приготовится наш рис. Итак, вот 5 минут у нас рис постоял в микроволновой печке. Как вы видите, он уже у нас, в принципе, даже готовый. Но моя супруга говорит, почему-то надо еще поставить на 3 минуты. Сейчас я попробую. В принципе, она готовая. Но раз говорит, надо поставить. Поставим еще на 3 минуты. Горячая я завела. Вот теперь наш рис готовый. Видите, и вода, вся наша, значит, испарилась. И получился такой замечательный, готовый уже рис. Все готово. Так, дорогие друзья, рекомендую рис готовить в микроволновой печке. На это уйдет у вас времени 5-7 минут, не больше. И рис у вас уже готовый. Можете дальше его добавлять, куда вы хотите. Окей, с вами был Вальдемаркер.